всем доброго вечера. Ой, ты какой парень-то серьезный да смелый-то прискакала. А что, все начали угоманиваться? Все желают спокойной ночки собрались? Бусечка, все, мячиком не пикаем, хорошо, миленький? То ты начнешь пикать мячиком, Соболь сразу же пойдет с тобой играть, хорошо? Ой, ты целовашка, ой, ты обнимашка. Ты колесенький наш. Феюшка, ты как, желаешь уже доброй ноченьки? Спокойной ночки и самых-самых добрых снов. Ой, ты красотка маленькая, маленькая красопеточка. Ой, ты, сколько в тебе нежности, сколько в тебе ласки, заботы. Да, самая заботливая у нас девочка на свете. Волшебная тетушка Фея. Будь здорова, будь счастлива. Ой, побежала устраиваться. Милусенька, вы еще не забрались под покрывало, как вы это любите делать? Зайка, вот они, глазки-то сонные, уставшие, да? Лялюшка, девочка. Ай, господи. А ты что расчихалась? Ты у нас не простыла? Солнечная наша. Девчонки, так, шейх, ну-ка, нельзя играть. Все, спать. Всем спать, мы говорим. Да, Лялюшка, скажи Собольку, чтобы все ложился спать. Фейка все начихаться не может. Правильно, милуйся, так его Соболя. Скажи, всем спать. Всем спать мы решили, да? Скажи, уже все устали, наигрались, набесились, а этот все прямо не может угомониться, да? И спать завалиться. Всем играть. Ты улыбаешься, как мать твоя, да? Ты его научила так улыбаться. Ой, ты, Лялюшка, наша милая девочка такая хорошая. А где наша мать? Где наша мать красавица? Сейчас перейду. Вот она, красотулька. Да, красавица ты, красавица наша. Завалилась наверху. Скажи, высоко лежу, далеко гляжу, да? Скажи, всех вижу, все в поле зрения. Все хорошо, да? Ну, а мы всех целуем, обнимаем и самой доброй ночки мы желаем.